И у меня сегодня будет две новинки. Я вам покажу сейчас. Так, думаю, поставлю 14 грамм и двойничок. Хороший. Офигеть размер. Всем привет. Хороший день для рыбалки. Будем сегодня снова ловить на реке. На нашей реке Клязьмы. Миша, стояли, смотрели. Рыбка гуляет. Жерех вон. Видно, малька кто-то гоняет. Там на мысу. Жерех гоняет. А может и щука, честно. Пока еще и не уверен. Будем сегодня пробовать ловить на джих. Я хочу ловить на раков, на сваги. Да, ну вообще на все. Самое главное, чтобы клевал. И у меня сегодня будет две новинки. Я вам покажу сейчас. А вот и первая моя новинка. О, блин, а. Сейчас будем распаковывать. Бомба. Надеюсь, там не будет кирпичи. Так, это нам уже не понадобится. О! Сидушки, коврик. И самое главное. О! Вот и она. Лодка, сидушки, коврик. А где? А, вот. Ну, честно, клапана мне вот не нравится. Здешние у меня на калибре. А это что такое? Наверное, сюда. Но выбора немного. Так, честно, не знаю, для чего он. Это резинка. Ну ладно. В общем, лодка у меня вот такая. Купил ее, кстати, за 20 с лишним тысяч. Кстати, о коврике. Как мне многие говорили, стоящая вещь. Прям очень стоящая. Ну, оценим, посмотрим. Ну и сидушки. Единственное, я думал, что они будут без сумок, а не сумкой. Даже не знаю, радоваться или нет. Ладно. Да, это хорошая штука. Очень непривычно. Большая лодка. Так, вторая сидушка мне не надо. Я один ловлю. Ремкомплект. Якорь я у Гоши забыл в машине, поэтому у меня будет полегче. Тот у меня на 5200, а этот килограмма, наверное, на 3,5-4. Наверное, будет мало. Надеюсь, что это не так. И новинка номер два. Это у меня спиннинг отсев Орион. 832 MHT. 2,52. Рост. И тести 8.35. Все, как я и заказывал. Я понял, для Клязьмы это будет, по идее, самый персик. Так, упаковочка. Я думаю, наверное, надо снимать, да? Ну и бирку, наверное, надо снимать. Ну и катушка. Аутилус. Арта в размере 4000 CP. Шнур также от Nautilus Braid 1.2. Блин, как жире гуляет. А у меня полный него ничего и нет. Не брал ничего. Разве что только силикон прямой проводкой. Если честно, сегодня у меня вера именно в судака. Почему? Объясню простую причину. Потому что, во-первых, я смотрю прогноз погоды, а там указано очень повышенное давление. Судак это любит, как и очень пониженное, кстати. И во-вторых, я магнитные бури. Также заметил, щука это дело не очень любит, а вот судаку. Ну так, средней паршивости, но будет поклевывать. Также и окунь. Может, я, конечно, удивлюсь, но я свято уверен в свою правоту. Хрена, блин, она тяжелая. Да тяжелая. Не то что мой тазик.
23 килограмма вроде. Так не посыпаться бы еще. То мой тазик 13 килограмм весит. Вот какие 13, 12. А тут ровно в два раза меньше. Ой, в два раза больше. А что он? Он вес нить. Никакого не имеет. Папуля. Давай, вперед. А почему? Почему без соток? Отпусти. Ну, видишь? Можно разворачиваться. Что за фигня? И тут тоже криво. Ага, у тебя нет этой отвертки? Отвертки есть? Да, обычно это. Прямая. Минус. Вот так вот. Хорошо, что у Миши есть отвертка. А так бы сейчас была печаль. Так. Вот. Так, ну вроде все. Ну как непривычно, а? Слишком высоко. Хотя путь нормальный. Единственное бы рукоятку поменять. Ну что-то такое помягче. Цены бы не было. Первая постановка. Что-то я неправильно заякорился. Надо немножко, по-моему, повыше. Приманки. Груза. Что ставить? Фиг знает. Ладно, давай удивлю вас. Поставлю рака. 18, нет, 20 грамм. А комфортно с этим ковриком, в плане того, что упало, а так бы на свой бы уже лодке где-то там уже под болотом было. А так все сразу же нашел. Первый заброс. Решил я в берег кинуть, проверить щуку. Плетенка, кстати, уже у меня немного подустала, поэтому мне пришлось ее перемотать с обратной стороны. С помощью трех катушек. Поэтому изначально она жесткая. Потом уже будет нормальная. О, уже получше. Так, первые забросы пустые. Хорошо, поймаем рыбу. Так как приманка объемная, можно свободно ставить и 22. Время сейчас уже 8.14. По идее, самое время для клева. Никто не обещает, но мне так кажется. Здесь может вообще клюнуть, как щука, судак, окунь, сом, жерех. Вообще полный фарш здесь живет. Вот этим и нравится мне река, то что никогда не знаешь до конца, что у тебя может клюнуть. Налим точно еще. Я в этом году, кстати, еще одного налим пойму. Да не, вроде не рыба. Не, рыба. Только что-то я уж больно послабил фрикцион. Подожди, а кто это такой? Налим? Ну это пипец. Осень, все правильно. Сработал эхо, тройнин раш.
Офигеть. Тихо-тихо, сопливчик ты наш. Скользкий, безумно скользкий. Только поближе. Ай, еще кусается. Я вот заметил вот единственный момент. Крайний раз я здесь был. Дня 4-5 назад. Вода была намного чище. А сейчас она какая-то коричневая. Странно. Ладно. Нимбл отсев молчит. Попробуем поставить что-то другое. У меня же груз 18 грамм. Будет перегруз. В идеале 16 грамм надо будет. Почему? Потому что тут минимум сопротивления идет. И уже будет быстрее он тонуть. Еще я сейчас обратил внимание, еще когда мы собирали лодку, зацепов не было. Рыба перестала гулять. Просто как все мертвое стало. Вот стоило нам только выплыть, то все. Ладно, перебрав три типа приманок, понял, что активной рыбы здесь нет. Или позже проснется. В общем, нужно переплывать. Печалька. Надо как-то отцеплять. Давай против течения попробуем. Отлично. Получилось. Вот, начал переживать. Не люблю, когда такое происходит. Мне кажется, это судак. Вот он. Первый клыкастик мелкий. Так, эхо сработал. Но прям от души такая мелочь тюкнула. Прям от души. Так. Начало есть. Уже приятно. Получается, он взял как раз на песчаной косе. Хотя, честно, я думал, будет стоять щука. Но нет. Клыкастик. Вопрос только в другом. Он один здесь или нет? Надо ставить где-то 14 грамм, а то и 12. 16 грамм уж больно много. Да, он, видите, пена плывет. Вот и причина, почему такая мутная вода. Земснаряд где-то выше работает. То он прекращал работу где-то недели на две. И тут восстановился. И как прекратилось, то сразу же щука активировалась. А тут все. Так, думаю, поставлю 14 грамм и двойничок. Когда есть возможность, почему бы и нет. Не думаю, что производителям сюда предусмотрен двойник. Но мы импровизируем. Лещ только что был. Прям было видно, да? Бум! Вот это вот. Что-то никого нет у корях. Аж странно. Здесь получается две затопленные коряги. Вот одна здесь. Вторая чуть-чуть подальше. Вожу по ним, облизываю, а толку нет никакого. Есть. Вот он. Жерех, походу. Да, жерех хороший. Офигеть размер. Я увидел то, что он гульнул.
я думаю, это за 2,5. Так, давай попробуем взять. Ага, не дастся. Давай, давай, иди сюда, красавец. Ого! Вот это красавец. Друзья, тут, мне кажется, 2,800. Да, если не больше. Слушай, тут вообще пипец. Вот это еще сработало. Захватил-то как. Вот и отвалился. Посмотрите на вот этого красавца. Я думаю, 2,800, наверное. Ну, 2,5, 2,800, что-то такое. Ну, может, 2,200. Шикарный, блядь, здоровый. Посмотрите на него. Давай взвесим. Мне тут супруга подарила весы. Надо узнать, сколько он весит. Вот у меня такие крутые теперь весы. Даже с рулеткой есть. Так. Давай смотреть, сколько весит. Два восемьсот, как я и сказал. Красавец. А в длину? Чтоб так на будущее знать. 20, 30, 60 сантиметров вот до этого, до этой точки. Круто. Реально крутяк. И обратно. Все, 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 пошел, пока, пошел, пошел, пошел. Пока. Зови бабушку. Вот это я распаковался на новой лодочке и новый спинник. Недаром я себе поставил двойничок. Как? В узел завязал. Шайтану клейка. Давай попробуем еще прямой проводкой. А вдруг? Если к Магомеду не идет гора, значит Магомед идет к горе. Это так про жереха. Потому что я очень долго не ловил жереха, точнее как, ловил, но пролетал. Меня все просили. И тут на тебе. Ну, я целенаправленно поймал, потому что я его увидел. И вот это именно прямая проводка вручает. Вот, смотрите, видите, такая отбойка. То есть там выше идет коряшка. Мне казалось, что тут будет судак на самом деле. Что-то судака не очень видно. Не понял. Да, блин. Расслабил фрикцион. Чтоб, не дай бог, жерех не сошел. И вот эта вся проблема вспомнить потом, после этого, обратно его закрутить. Потому что сходов из-за этого будет масса. Не только у меня. Многие страдают такой же. Кстати, я хотел поделиться своими впечатлениями по поводу лодки. У меня ж моя Т-230. И, соответственно, там обычное дно. Но вот здесь у меня НДН, то есть надувное дно. И вот смотрите, я заметил, реально проще плыть против течения. Просто налегке плывешь, в отличие от моей. Потому что там, когда я стою, ну вообще сижу, у меня прогибает дно. А здесь, я так понял, за счет вот этого дела ничего подобного. И вот, соответственно, менее сопротивления. И, кстати, высота борта у меня 36, было 27. Ну реально как-то проще. Я думал, вообще будет под клязьму тогда у меня там маленькая. Вот тут что-то новое. К сожалению, рыбалка завершилась. Сколько я сегодня не плавал, время
уже 2 часа дня, всего лишь было за сегодня сколько, 4 или 5 поклевок. Из них только реализовал 2 рыбы. Также встречал стаи леща, но это было уже неинтересно. Но сегодня порадовал трофей, трофейный жерех. По крайней мере, нет, не самый крупный в этом году. У меня весной был точно такой же был жерех. И точно так же, кстати, был пойман на силикон. Работали сегодня лучше всего приманки от Ronin Rush Эх в размере 4 дюйма. И также спиннинг себя очень хорошо сегодня проявил в плане полетных качеств и сенсорики. А катушка полностью справилась со своей задачей, как обычно. Я надеюсь, вам было интересно. Ставим лайки, подписываемся, комментируем. Всем пока!